Так, расскажите ощущения, пожалуйста. Ощущения, мы уже практически подбираемся на супер полноприводном автомобиле. И смотрите, да. Вот новогодняя обстановка вот такая вот здесь. Да. Посреди гор, посреди темноты. А вот покажи, что там справа творится. Это здесь вроде так все живо. А справа там бездна. Бездна. Я вас заморожу чуть-чуть. Бездна. Кстати, на улице сейчас 23 градуса. Уже? Ну, я уже руку не чувствую. Так, все, хватит. Дамы и господа, хотелось бы напомнить, что мы в пути с часу дня. Уже, как видите, 15 минут шестого. Мы доехали быстро до самой горы, но из-за праздников, из-за большого количества посещающих такую замечательную гору. Да. То есть мы не одни такие идиоты, собственно да. говоря. Да. Мы здесь уже 4 часа, только вот с горы поднимаемся вверх, снизу доверху. Еще не поднялись, кстати. А вон, смотри, там трафик, аж он там где-то.